Ребят, всем привет! Я представитель своего агентства недвижимости, которое называется «Альтернатива», находится в городе Слан, Ленинградская область. И сегодня я хотела бы вам рассказать про статью 217 Налогового кодекса, которая говорит про налоги. Если вы продаете свою недвижимость, которая вам досталась по наследству, либо по приватизации или же по договору аренды, то есть вы за кем-то ухаживали, да, и вам отписали квартиру, если вы ее в течение 3 лет продаете, то вы должны будете уплатить государству 13% от стоимости квартиры. И тоже есть небольшой нюанс, какая стоимость, сумма больше, либо кадастровая, либо продажная стоимость от этой суммы, и берется 13%. Чтобы избежать этого налога, надо, чтобы прошло 3 года, и тогда вы не платите налог и рады. Поэтому всего доброго. Мы с вами на связи. Вы можете позвонить по номеру 8-911-299-5453. И мы с вами продадим квартиру, сдадим. Я подберу для вас хороший вариант, который вам нужен. Всем всего доброго, мы на связи. Пока!